Неприятности. Больше ничего нет в землях Банука. Посмотри на мои товары. Капитан Балан, говорят, вы недавно прибыли из Меридиана. Что меня ждет на пути? Все плохо. Машин стало больше, и, говорят, среди них есть зараженные. Не сумели мы их сдержать. Держись дорог, так безопаснее. Хотя, похоже, ты девчонка не из пугливых. Ценное качество. Что еще вы можете рассказать о пути в Меридиан? Король Ават много сделал, чтобы этот путь стал безопасным. Но следить за порядком стало еще труднее, чем когда шла война. Машины становятся все опаснее. Угрожают разбойники, а теперь еще и зараза. Едва хватает бойцов, чтобы держать заставы. А на дороге... Ну, все на твой страх и риск. Здесь не проходил Олин из Азирам? Дважды. Он был в составе королевской делегации. Они прошли туда и обратно. Они рассказали о том коварном нападении. Я вам соболезную. Знаете, где он сейчас? Точно нет. Но он шел в Меридиан, в этом я уверен. Все идут в Меридиан. Мне пора идти. Спасибо за ответы. Выбирай там. Хорошую цену. Это не просто товар. Это как раз то, что тебе нужно. Забирай, что нужно. Ненужное оставь другим. Нигде не найдешь товаров лучше. Собралась в дорогу? Запасайся. Бери, что нужно. Безумная машина или безумный бред этих шаманов? Ну, хуже. Мир за пределами священной земли. Мне нужно найти Олина и добиться от него правды. Кто были те убийцы? Как увидели меня через его визор? Кто эта женщина? Та, что так похожа на меня. Зачем им меня убивать? След Олина ведет в Меридиан. Когда я найду Олина, я заставлю его заговорить. И он ответит за все и за всех.
еще жива. Я ушла. Еще один сигнал. Видимо, сигнал идет от этого длинношея. Мне надо залезть на голову длинношея.
Думаю, отсюда получится на него запрыгнуть. Неужто мне суждено видеть приключения лишь в книгах? Досмотру на входе в город. Это возмутительно. Мы честные граждане. Сколько еще ждать? И что прикажете, сидеть тут, пока все не стухнет? Я думала, в Меридиан открыт вход всем, Карха. Мы не виноваты в том, что случилось с Эрзой. Потерпите! Мы вас всех пропустим! Что тут происходит? Олин где-то там. И Эрэнд. Еще один из тех чужаков, с которыми я разговаривала на празднике. Эрэнд сказал, если я буду в Меридиане, он познакомит меня со своей сестрой. Сказал, она капитан авангарда.
Если так пойдет и дальше, чтобы не случилось, город никого не пускает. Это не рассчитывай туда попасть, странница. Стоять! Стой на месте! Ввиду недавних событий, без обыска никого в Меридиан пускать не положено. Каких событий? Что у вас случилось-то? Убиты капитан Эрза и бойцы авангарда. На Красном перевале на них напали карха тьмы. Эрза? Сестру Эренду убили? Откуда ты знаешь Эренда? Мы встречались. Позови его, это важно. Ха, едва ли Эренд, новый капитан авангарда, скорбящий брат, станет тратить время на какую-то чумазую. Элой? Ты жива? Я думал, погибла. Ну-ну, расступись! Аж сюда дошла, чтоб меня повидать. Ты что, пьяный? Ай, не очень. Чуть-чуть. Так ты жива. Надо отпраздновать. Я угощаю. Надо поговорить. Наедине. И будь добр, приди в себя. Пойдем. Вы разрешаете? Конечно, разрешаю. С этого дня она может приходить и уходить, когда захочет. Как скажете, сэр. Ну вот, мы одни, как ты просила. Что за разговор? Слышала про Эрзу. Мне жаль. Знаю, ты ее любил. Я любил. Да ее все любили. Она всегда знала, что делать. Все слушались. И я тоже. Теперь я должен встать на ее место. А я, как видишь, на ногах не стою. Просто нужно время. Ты освоишься. Если и дальше буду пить, то нет. А что бы сестра сказала? Да, ты права. Я должен быть к себе строже. Она так и говорила. За эти дни многое произошло. На инициации на нас напали убийцы. Выжили немногие. Мы были в деревне, когда начались взрывы на горе. Пришли воины, сказали, что почти все дети погибли. Как горько плакали твои родичи. Я до сих пор это слышу. Как ты спаслась? Важнее другое. Как они обо мне узнали? Узнали? О чем ты? Убийцы пришли за мной, из-за Олина. В каком смысле? Ерунда какая-то. Мне нужен Олин. Я хочу разобраться. Но он мой друг. Нет, он предатель. Я не знаю, кто эти убийцы и откуда, но я знаю, что Олин с ними заодно. Но я... Это... Не ломай голову, Эренд. Просто отведи меня к нему. Его здесь нет. Он уже не первый день по руинам шарится. Может быть, где угодно. Есть места, где он часто бывает. Где его можно застать? Дома. В Меридиане. Покажи мне этот дом. Надо его обыскать. Ладно. Но только если в моем присутствии. Отведи меня к дому Олина. Ясно? Ладно, ладно. Пойдем. Столько людей, и все говорят. Как в таком шуме думать? А я не думаю. Я просто пью. Та девушка, она из Нора? Видимо, теперь в город всех подряд пускают. Это не просто товары, это предметы первой необходимости. А вот так и будет прятаться во дворце. Кровь за кровь. Отомстим за Эрзу. А вот так и будет прятаться во дворце. Год за годом он щадит тех, кто пленил нас и пытал, и убивал. Рэнд, ты разве не хочешь справедливости? Твою сестру убили. Кто за нее отомстит? Еще одно слово, мразь поганая, и я лично потащу тебя в тюрьму. Убирайтесь, пока я не дал вам пинка под зад. Что он имел в виду насчет Эрзы? Не сейчас.
Как нам попасть внутрь? Оу, какая тонкая работа. Ну вот, только ничего не ломай. Ну, то есть кроме двери. Вот это все для одного? Хорошо, когда есть друзья при дворе короля. Этот угол ковра обтрепался. И пол тут затоптанный. Посмотрим, что под ним. Откуда он тут взялся? Вопрос в другом, как его открыть? Без ключа никак. Этот люк делали мастера Азирам. Его не вскроешь. Это мы посмотрим. Такой люк ты вряд ли откроешь. Ты точно в порядке? Я уже протрезвел, ясно? Не надо меня поучать. Я не об этом. Я про то, что произошло на улице, с толпой. Я не хочу об этом говорить. Мы пришли сюда, чтобы узнать правду о Олине, так что этим и занимайся. Ты бывал в гостях у Олина? Нет. Один раз только помог ему дойти до дома после пьянки. Ну, просто я-то, в отличие от него, умею пить. Ну, как правило. Ты сказал, у Олина есть друзья при дворе. Он знаком с королем Солнцем? Нет. Его нанимали в качестве разведчика. И еще он продавал знати свои находки. Но на аудиенции он никогда не был. Если ты права, и Олин не чист на руку, королю Аваду об этом ничего не известно. Я готов в этом поклясться. Осмотрюсь. За этим мы и пришли. Тут много слитков. Может, это как раз то, что мне нужно? Брось ты это. Только время тебе. Большой, тяжелый. Если такой упадет, еще и пол пробьет. Ну-ка, подтолкнем. Я, кажется, попросил ничего не ломать. Ты не хочешь посмотреть, что там? Ладно, посмотрим. Карта. Тут отмечены места, где он бывал. Похоже, Олин вел дневник. Олин? Я думал, он только контракты умеет читать, а он поэт? Так и есть. Олин знал, что меня хотят убить. Их жизнь зависит от тебя. Если ослушаешься, я перережу им глотки и брошу их тела гнить на солнце. Они забрали его жену и ребенка. Они? Кто они? Убийцы. Пригрозили, что убьют его семью. Я докажу. Последняя страница. Он пишет про меня и приказ меня убить. Еще друг называется. Проклятый предатель. Где ты научилась читать глифы? И эти образы, как ты это делаешь? Мой визор.
Он показывает то, что скрыто. У Олина такой же визор? Устройство тоже, но... каким-то образом он и убийцы могут переговариваться между собой на расстоянии. И видеть то, что видят чужие визоры, будто смотришь чужими глазами. Значит, так они о тебе и узнали. Через Олина. Да, насколько я могу судить. Теперь я знаю, где искать Олина. Я пойду за ним. Что, в одиночку? Так будет лучше. Быстрее доберусь. Стой. Если с этой штукой ты можешь видеть то, что скрыто. Дай пройти, Эрент. Я прошу тебя о помощи, Элой. Скажи, кто убил Эрзу. То, что это Карха тьмы, я уже знаю. Но кто? Кто конкретно из их солдат? Мне жаль твою сестру. Но это твоя война, не моя. Вот только этого не надо. Ты пришла сюда, чтобы найти тех, кто чуть не убил тебя, погубил твоих родичей. Ты ищешь справедливости, я тоже. Слушай, я пойду к Красному Перевалу. Там нашли тело Эрзы. Буду ждать тебя там. Прошу тебя, удели мне хотя бы несколько минут. Пожалуйста. Красный Перевал? Ладно, посмотрим. Начинается. Я хочу путешествовать налегке. Чего вы хотите? Оживить этих жутких древних тварей. Их сила служит нам. Машины-демоны из глубин земли. Это же кошмар. Кошмар, да. Воплотятся худшие страхи наших врагов. Да, восстань! Стать одного. Они же нас всех уничтожат. Они уничтожат только наших врагов и вернут нам земли, которых мы... У меня визор выключился. Обыщите все! Это лазутчики! Прости мне эту вольность, Элой. У меня не было выбора. Кто это? Доброжелатель. Их визоры отключились, но я не знаю, надолго ли. Теперь дело за тобой. Кто это?
впереди. Обещаю, я тебе все расскажу. Расскажешь. Меня хотели убить, потому что я похожа на другую. Где-то вдвое старше меня, короткие волосы. Кто она? Не знаю. Мой визор нашел ее образ в руинах в пределе мастера. Может, она там? Ты нашел ее образ в руинах? Как? Там была дверь. Рядом какое-то древнее устройство, и в нем был ее образ. В моем визоре отмечено место. Правда, похоже. Она твоя мать? Здесь я задаю вопросы. Убийцы на инициации. Кто они такие? Затмение. Какие-то фанатики. Сектанты. Культ Карха Тьмы. Карха Тьмы? Только они не похожи на Карха. Они не молятся солнцу, они поклоняются какому-то бесу. Их предрассудки меня не волнуют. Ох. Это не предрассудки. Их бес настоящий. У него есть имя, голос. Просто ужасающий голос. Они ему послушны. Ты говоришь, у этого их беса есть имя? Аид. Так его зовут. Аид. И ты его слышал? Он говорил, клянусь, всего раз увидев тебя. Такой голос. Жуткий. Ледяной гул, который скребет по костям и раздирает кишки. Как лязг железа. Только такого железа ни в одной кузне не выковать. И что он сказал? Обнаружена угроза системе. Всего три слова. Но голосом беса. То им нужно этим сектантам, кроме меня. Они не сказали. Но, по всей видимости, они хотят низвергнуть Авада и вернуть себе Меридиан. А я-то тут при чем? Да не знаю я. Там среди убийц был один такой высокий, сильный, мрачный. Гелис. Кто он такой? Ужас солнца. Когда он служил безумному королю, Азирам звали его оставляющий трупы. Увы, он пережил войну. И теперь возглавляет затмение. Знаешь, нет на свете человека опаснее его. Как они тебя завербовали? Я знаю про твою семью, но почему тебя? Я был собирателем. Искал реликвии в разных темных местах. Но они решили, что я сгожусь как разведчик. Я шарил рядом с пределом мастера. А когда вылез, меня уже ждали. Увидев жреца, я засмеялся. Но потом он показал мне послание от Гелиса. И мне стало не до смеха. Они дали мне визор, чтобы следить за мной. И я подчинился. Ты же из Меридиана. Могли послать тебя убить Авада. Я не той породы, чтобы встречаться с королем солнцем. Но все, что говорили Эрза и Эрент, в затмении слышали через визор каждое слово. Я не мог тебя предупредить. Иначе они бы казнили мою семью. Зачем затмение выкапывает старые машины? И как они их запускают? Я думал, им детали нужны. Но машины вернули к жизни. Вставили в тела какие-то устройства, чтобы Аид им что-то нашептал и позвал с того света. Мне такие уже попадались. Другие бывают? Да. Тех, что ты видела, зовут захватчиками. Есть и другие, куда крупнее, с арсеналом древнего оружия. Эти зовутся истребителями. Еще не видел, чтоб такие оживали, но теперь, боюсь, все возможно. Похоже, они собирают армию. Если так, мир погибнет. И я помог вырыть могилу. Ладно, хватит. Пора с этим покончить. Я не стану просить о пощаде. Но умоляю тебя, спаси мою семью. Я прошу. Где мне их искать? В моем визоре отмечено место. При них всегда стража. Но ты с ней явно справишься. Пока я искала тебя, я думала, это будет простое решение.
ошибалась. Ты действовал не по своей воле. Может, ты не злой человек, просто слабый. Да. Единственный источник сил для меня – моя семья. Ты заслужил смерть. Но... Я знаю, что заслужил. Делай, что должно. Тебе придется совершить много добрых дел, чтобы загладить вину. Ты пощадишь меня? После всего, что я сделал? Да. Начни новую жизнь. Достойную. Я до конца дней буду перед тобой в долгу. Отправляйся туда, где держат твою семью, и дождись меня. Начнешь новую жизнь с их спасения. Я недостоин, но сделаю все, чтобы ты не пожалела о решении. Я буду ждать тебя. Час настал. Они теперь так близко и так... Потерпи еще. Где там вообще бойцов? Судя по всему, немало и хорошо вооружены. На уступах сидят лучники, но для машин демонов там мало места. Ты за ними наблюдал. Как лучше зайти? Знаешь, будь я силен в стратегии, мы бы с тобой тут не торчали. Логично. Можно по-азерамски, через врата. А можно зайти сбоку или сверху. Ты можешь залезть на крыши. Я для этого несколько тяжеловат. Пойти одной? Ну, ты-то сможешь. Боюсь, как бы кто-нибудь не подкрался со спины. Я тебя прикрою, если позволишь. Нет. Жди здесь. Как только все стихнет, выходи. Буду наготове. Они меня не ждут. Это нам осторожно. Хотя можно и напролом. Такого они тоже не ждут. Не Здесь это труп! Еще рано сдаваться! Скорее всего, семья Олина здесь. У кого-то должен быть ключ. Давай, давай. Я вас отсюда вытащу. Я не утратила надежды, но уже забыла ее вкус. Нам можно идти? Затмение уже не бойтесь. Значит, все. Я думала о побеге, строила планы, но не осмелилась рискнуть жизнью сына. Ты выжила, ты защитила его. Вот что главное. Сейчас тебя ждет твой муж. Олин? Слышал, бой утих. Олин... Ты нам его вернула. Спасибо. Можно не благодарить. Я так виноват. Я пошел на сделку с бесом.
а поплатились за это другие. Ты думаешь, я не знаю? Они же болтают. На моих руках всегда была грязь. А теперь еще и кровь. Обними этими руками сына. Возвращайся с нами в жилу. Послушай свою жену, Олен. Но Гелис и его демоны... Я просто обязан тебе помочь, Элой. Обязан честью, пусть у меня ее немного. Олен, ты мне больше ничего не должен. У тебя семья. Покажи им, что изменится. Прощай, Элой. Надеюсь, ты найдешь мать раньше них.